конечно, начали. Не могу сказать точно причины, из-за чего это. Вот. Но у Уфы нету очков еще в чемпионате. Возможно, они как-то были более раскованы. Вот. А нам, конечно, надо было выигрывать. И стоит больше как бы целей, возможно, и ответственности, я бы так сказала. А долгий перерыв между матчами сказывается на нашей игровой форме? Просто вот со Ставрополем мы когда играли на кубок, игра тоже очень трудно складывалась. И осталось впечатление, что именно не хватает игровой практики игрокам. Да, возможно, есть такое, когда большой перерыв вот как-то между играми. А когда идут каждый раз игры за игрой, ты в этом игровом темпе находишься. Вот. И, возможно, на нас как бы сказывается очень большой промежуток. Вот. Возможно, нам бы пошло на пользу, но сейчас у нас в дальнейшем игры с «Динамо», с «Астрахань». Надеюсь, мы войдем в свою клею и уже как-то будем более уверены. В прошлом году ты выступала как раз за бывшую команду, за Уфу. У Уфы были немного другие задачи, команда не очень часто побеждала. А вот готова ли ты к тому, что в «Звезде» нужно, ну, скажем так, больше побеждать, да? Что совершенно другие задачи, они более серьезные. Готова ты к этому уровню? Ну, до Уфы я была в «Ладе», вот, а это город как с большими традициями и с большими победными традициями. И, возможно, я как бы, ну, привыкла то, что в «Ладе» мы всегда находимся на лидирующих позициях и как бы привыкли побеждать. А когда в «Уфу» перешла, там, конечно, было у нас очень мало побед. Я даже иногда даже скучала, когда мы проигрывали, я скучала по этим победам. Вот, но в «Звезде» как бы для меня это абсолютно нормально — побеждать команду и составить высокие цели. Мне кажется, это абсолютно нормально. А существует мнение, что «Звезде» нужно прибавлять немного в игре в задней линии, да? А готова ли ты к тому, что нужно брать на себя инициативу, больше бросать, выходить на завершающий бросок? Да. Ждут ли от тебя этого тренера, ставят ли такую задачу? Ну, надеюсь, что тренера, конечно, от меня ждут. Надеюсь, когда они дадут шанс какой-то в ответственной игре, я их не подведу и смогу выйти, забить решающий мяч. Не боюсь взять на себя ответственность в нужный момент. Ну, вообще, по сравнению с Уфой, твоя роль очень сильно изменилась. Здесь ты больше играешь в защите. Вот как это? Комфортно тебе в этой роли? Некомфортно? Ну, да. В Уфе, конечно, я больше времени проводила на игровом поле. Тут немного меньше, но тут, соответственно, и команда другая, другие приоритеты. Больше играем, взаимодействие с командой, больше игровых комбинаций с командой. В Уфе было немножко с этим попроще. Я могла, например, взять мяч, пойти забросить больше на своих каких-то качествах. Тут, да, иногда меня используют в защите, но стараюсь к этому относиться абсолютно ровно. Если тренер дает играть в защите, нужно значит оправдывать его решение в защите. Если дает нападение играть, соответственно, надо оправдывать на одежды нападение. Какие конкретно игровые задачи ставит перед тобой Алексей Николаевич? Вот как он тебя видит? Что конкретно говорит, ты должна делать? Ну, конечно, как любой тренер, он видит игрока и в нападении, и в защите. Вот. На тренировке говорит, как лучше сделать нападение, как лучше сделать. Где-то подсказывает, как в защите надо правильно сыграть. В принципе, абсолютно одинаково подсказывает как в нападении, так и в защите. Спасибо. Удачи с победой. Спасибо большое.